счастье, подарок самый-самый. Каждого на свете, детишек, птиц, белья, должны быть те, кто дорог. Родимая семья. В Ульяновской области более 4000 детей-сирот. Сухие цифры статистики вызывают страх за судьбы маленьких детей, брошенных биологическими родителями. День приемной семьи – особенный праздник для людей, которые решились усыновить ребенка, чтобы растить его в счастливой, полноценной семье. Этот праздник – сильная дата в моей жизни. Мы в этот день стали большой дружной семьей, благодаря нашему государству. Не знаю, я очень счастлива. Я благодарю своего мужа за то, что он помогает. У нас четверо детей. 22 ноября во Дворце творчества детей и молодежи состоялось торжество, на которое приехали десятки семей из Ульяновской области. Развлекательная программа не давала заскучать. Аниматор, представление цирковой студии «Калейдоскоп», мастер-класс по карате, праздничный концерт и церемонии награждения сделали мероприятие по-настоящему ярким. Вскоре семьи принимали поздравления. Особенный день, который у нас празднуется ежегодно на территории Ульяновской области. Он действительно такой где-то со слезами на глазах. Сегодня все аплодисменты. Это вам, родителям и детям. В последние годы численность детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась почти на 43%. Активная работа органов опеки и желание граждан подарить детям счастливую семью дают ребятам возможность на полноценную жизнь, полную родительской заботы и любви. Виктория Шикова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.